Здравствуйте, мы находимся в третьем секторе. Для чего? Мэрии. Для того, чтобы подать документы на новую программу. Передаем из мэрии третьего сектора Бухарест. Люди приходят сюда с заявками на помощь, на проживание. Процесс очень простой. Изаура только что прошла. Бланки дают бесплатно. Доступно только на румынском. Но если знаешь этот 13 цифр ЕДНП с твоего документа о временной защите. На сегодняшний месяц процесс очень легкий. Вы, наверное, уже знаете, что программа будет действовать на протяжении 4 месяцев. По крайней мере. Пока что это так известно. Не знаем, как будет дальше действовать. И первый месяц таковой. Вы приходите в Примарию. Где живете? Но это мэрия, по секторам. То есть в мэрию соотношение какого же сектора вы там проживаете, туда вы и идете. С собой нужно иметь копии вашего ШДРИ, это временная защита. И на этом все. Тут вам выдается бланк, он очень легкий к заполнению, вы заполняете этот бланк. И обязательно нужно иметь счет в банке. Если у вас нет счета в банке, то это, конечно, уже проблематично, потому что не знаю, как будет с начислением денежных средств. Денежные средства начисляются каждому человеку, кто заполняет эту анкету. Или на каждую семью. Либо же на семью, либо же на главу семьи. Ей нужен не только счет в банке, но еще выписка из банка. Документ нужно принести, что это мой счет, и номер счета, и имя, и такое, да? Доказательство. Вот. В общем, от вас требуются копии вашего пермиса, временная защита, выписка из банка. Тут вам выдается анкета, вы ее заполняете. Это все выдаете, вы берете изначально номерок. И после этого отдаете представителю, к которому вы обращаетесь, то есть по номеру. Здесь в третьем секторе нужно обратиться в третью кассу. Вот, в других мэриях может быть иначе, может даже без номерков. Третья касса или что там. Третий стол. В общем, вот там вот вдали на ресепшн вы берете себе номер, после этого вы ждете очередь, подходите вот с этими документами, я еще раз повторюсь, это копия пермиса всех жителей, если вы, конечно же, хотите в одной семье все быть, и копия вот банковского счета. Отдаете это все в окошечке, и на этом процесс закончился. На пока что май. И как ждете денег. Дальше, как будет дальше, мы не знаем. И они тоже не знают. Каждый месяц надо будет сюда прийти, наверное. Примария, сектор 3. Букурешт. Филд регистратура и сала принципала. Вилла Примария. Оцей бон де ордене, флагишеу 3, пентру депунер де orice документ. Și poți să ceri ajutor dacă ești refugiat sau refugiată. Am fost acum cu Izaura, am văzut că formularul e simplu, e accesibil, trebuie să introduci CNP-ul din permisul de ședere, numele, eventual adresa unde locuiești, luna pentru care soliciți ajutor și se presupune că luna asta o să primești ajutorul. Dar știm că statul român are restanță încă de la începutul anului, nu le-a dat oamenilor nici de cazare, nici de mâncare.